Наши земляки нередко перенимают опыт зарубежных сериалов. Итак, по мотивам известного зарубежного сериала «Во все тяжкие» — «Самогонщики». Вот она, Витька. 97%. Чистейшая. Нам с тобой пора уже на международный уровень выходить. Да подожди ты, дядь Коль. Меня он в институте спрашивает, чё я, мол, на пары не хожу. Так ну я же преподаватель. Я же тебе написал освобождение. Так-то ты в школе трудовик. Меня в институте нахрен с этой бумажкой отправили. Я не знаю. Ты вот лучше знаешь что, Витька? Ты за котлом следи. Я тебе не олигарх каждый день новые окна вставлять, ты понял? Да помню, я помню. А ты помнишь, что мне завтра на техосмотр ехать? Все приготовил. Бутылка из-под Хеннесси, воронка, заварка. Все ну, сделаем. Хорошо, ладно. Все, короче, зови сюда маркетолога. Георгич! Георгич! Да с ним не так же надо. Георгич, готово! О! Че у нас с рекламой? Я, когда ее... И она, ой, как слеза. Эмоциональный слоган, Георгич, только слов надо побольше, непонятно, что на этикетке писать, понимаешь? Дай-ка ему 3 партии пробников. Ну куда 3-то? Пусть хоть одну раздаст. На, хоть одну раздай. Так мы с тобой так скоро и на межгалактический выйдем. В смысле? Ну на Марсе же воду нашли. Нам осталось только дрожжи и сахар закинуть, и все. Дядь Коль, я тут рынок промониторил. У нас сильно продажи последние 2 месяца упали. В чем причина? Да все из-за Слуцкого. Когда Капелла сборную тренировал, бед не знали. А, тогда хорошо брали, конечно. Но... Дядь Коль, все хотел спросить, а ты зачем всем этим занимаешься? Так а у меня же, Витька, как у любого творца, есть высокая мечта, понимаешь? Я хочу после себя след в истории оставить. Хочу сделать так, чтобы людям проще жить было. Не понял. Хочу такую сделать, чтобы с антибиотиками пить можно было, понимаешь? А, высокая цель. Ладно, такую. Браво! Вот они, подпольные игроки нашего рынка. Ты еще кто такой? Я директор ликероводочного завода, и я хочу знать, в чем секрет вашего синего самогона. Мы тебе ничего не скажем. Хорошо, тогда останешься без своего подмастерья. Ярослав! Дядь Коль, не гони, оно того не стоит. Витька, я клянусь, я не знаю, почему она синяя. Так как... Стойте, вы что творите? Это просто мой котел, я в нем в 90-е джинсы варил, вот она и синяя. А в остальном это обычный самогон? Ну да. Пойдем отсюда, Ярик, придурки какие-то. Георгич! А ты почему нам раньше этого не рассказывал? Так это я только что придумал. Я откуда знаю, что оно у вас синее? Вы змеевик проверьте, ученые.